Ты что, дурак, что ли? Зачем ты это делаешь? Бомбу. Я же тебя не убивал. Боже, какие конченые. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи. А ну, я пошел дальше охранять пиццерию. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Neon Cat, Log Dog. Пацаны, поздравайтесь! Здорово, герои! Хай! Если опять кушать, приятного аппетита! А у нас сегодня Lucky Block, выживание, PvP. Поехали! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, я вижу по центру, да, какие-то прикольные оружки выпадают? Так, а ты где? Я на ковре самолете летаю, Дим. А чё они не берутся? Там надо время. Видишь таймер? Он мне не... блин, да, просто с этой стороны нет, а снаружи есть таймер. Ну блин, а... Зато я могу высоко прыгать, это очень круто. Да. Ну чё, иди сюда, кто там у меня такой герой? Дракон. Так. Мне больно. О, это чё за оружие? А чё за оружие, зонтик? Он с игол. Половину хп всего лишь осталось из-за один хп. Привет, Дим. А это ты? Да, это меня убрать. Ага. Пошли. Чмырь. Так, только не убивайте меня. Ай, кто это? Случайно, я... Да отвали, девочка! Да что ж такое, смотри, какая она неадекватная. Ребята, все уходите из центра, быстро. Казахстан угрожает бомбардировкой. А что сейчас будет? Ой-ой-ой! Убегай, Дим, это все. Ого, я вижу, идет. А нет, не дошло до меня. Это что за хрень, подожди-ка. Это моя хрень. Так, локоть, у меня тут все закрыто. Здесь 16 минут. Одна минута! И скоро, ребята, будет у нас доступен какой-то прикольный блок. Так что мы дождемся и возьмем его. Я повелитель. Так. Что у нас тут из оружия есть? О, это что за голем у меня бегает? Так, мне вообще эта рушка не нравится. Придется, видно, юзать ее. Ё-моё! Ой, логнул! Как песня был, как сложно летать на драконе. Да? Я только узнал, что на нем можно летать. Ты за минуту заспал. Прикольно, кстати, это, ты летаешь на дракошке. Давайте повоюем с другими людьми. Прикол же. Хоть кого-то. О, отлично, я уже начинаю наказывать людей. Ну а что ж вы, ребята, знаешь, хотели? Прикол. Дим, дракон на драконе. Катается. Это ты? А, все, не убивай. Давай ты против него. Кого? Ну вот, челик какой-то бегает. А я летаю над вами. Мне не нормально. Кто его заморал? Что-то не туда залетел. А упал он. Я жив. Это я упал, я жив. Так, подожди, а что это дает? Я так и не понял, что это... А, какой-то голем. Пацан какой. И чё, а где этот челепиздрик? Сзади, девочка. Драгон. Тю, блин, смотри, уничтожили с одного выстрела. Тут что, ваншотное оружие какое-то мощное есть? Конечно. Взять дракона. Так... Скоро у нас там должен разблокироваться. Чпоньк. Да, уже разблокировался. Что это у нас за оружка? Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Ну чё, иди сюда. Кто там против меня? Прикольная оружка здесь. Кстати, когда я играл в этот режим, ничего такого не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да ты задрал. А кто это оружие такое запускает? Это донатное оружие, да? А ты на ламе. Ну да, только толку, она беспонтовая. Дима, в середине сейчас заспавнится. Пока, Дима. Это ты меня задамажил? Ой, это я случайно. Да вы задрали, я же добрый, я же с вами якобы. Опа, издреснул ты. Дима, иди забирай лаки-блоки. Да блин, смотри, закровавили меня. Фу-ху, голову отрезали, это было сильно. Да ничего страшного, нормально. Я так по фану просто давно не играл в этот режим.
А минус Локи был, говорите, девочки, с мечом. Так. Окей, сейчас я у неё уничтожу. Она уничтожила супер редкий лакиблок. А, это галактический. А, это какой-то крючок. Я забрал этот лакиблок, не выпал ковер, она меня убила. А и пошлите ее чморить. Мне так надо. А что она не убивает никого? Это не понимаю. Как она этот стреляет? Она навесиком, что ли? Ты задрал свои ядер, Кай. Блин, я упал. Иди, у оружия осталось. За бонус, что ли? А что, так можно было? Так, посмотрим, что у нас здесь выходит. Где вы, пацаны? Давайте по-пвпшимся. Кто против меня? Давай я. Ладно. Давай, иди сюда. Я живу. На центре тебя жду. О, локдог, давай. Щенок, давай, иди сюда. Ты тварь, с одного раза что ли зарубал? Да ну блин, да ты как-то сильно хорошо играешь. У них такое неприятное оружие читерское, считай. Ну да, они этот себе понакупляли, подонатили. Да. Дим, что ты понимал, вот эта ядерная бомба даже тем может с обычного лакиблока желтого выпасть. Да я вижу, тебе уже сколько раз подряд выпало, я понимаю, да. Отлично, зарубейшн. Бей! О, Дим, пошли с тобой сражусь. Давай, сейчас будет честный бой. Иди ко мне, Дима. Давай, что давай, 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 хочу замочить. Это не драгон, сзади себя драгон. Да ты тварь, у меня лоб чухался. Ой, призрак мой улетел. Так фабрика. Кричащая футболка орет, помогите. Я убил двоих уже. Ну ты молодец, оно-то видно, что ты читер, я же ничего не имею против. В смысле читер? Это хреновое оружие. Да, донатил, пока мы играли, он задонатил. Донатил здесь я. Вот она, хчмырь. Чмырь. О, это вообще сильное оружие. Да чмырь. Ой-ой-ой. Да вы задрали. Я ее убью. Да я опять упал, да что ж я... Ой, я сидел опять от первого лица. Вы знаете, чтобы оружие не исчезало? От первого лица надо делать. Нет, это... Если ты подышишь, оно в любом случае не исчезнет. А, я проверял, тоже заметил. Пока меня не убили сами, да? Ага. Отлично, у меня добавилась скорость бега. Это офигеть, давайте посмотрим. Какой у тебя цвет моста? У меня? Да. Розовый. А. Ну, девочка все. Не, ну понятно, что, ну что ж. Ну, мужики тоже бывают с розами. Смотря какой. Подожгли, смотри, подлецы, а. Ого! Ого-го! Ого, я головой ударился. Ой, ой, ой. И поехали дамажить потихоньку. А может попадем по кому-то даже. А ты где? Я тебе не скажу. Я очень классное месте. Ребят, уходите с центра все. Ты опять будешь бомбу взрывать? Ну, да. Да ты задрал. Это меч всего лишь, какая бомба. Будем играть в Гарри, смотрите, я буду убивать потом специально. Это серьезный меч. Прощайте. Я живой. Очистка. Не достала. Знаешь, как это значит? Как очистка карты идут, Гарри, смотри, вот такая же очистка идет только игроков. Поехали, вот так вот. Аннигиляторная очистка игроков просто. А, да, можно, кстати, куда цели сюда и летят, прикольно. Не, это хрень меч еще. Дима, эти посохи, они убивают. Да, за драгон, это мелко. За два раза, да? Да. Ты драгона и нёнка это убил. Я мелкий, ты. Походу убил, а не убил чувака. А можно мне лакиблок взять? У меня нету там. Ну вот, так. Вот, блин. От блин, а? Да, чтоб поближе, надо вот так вот встать. Сейчас. О, подожди. Во-во-во-во-во. Во. Отлично, смотрите. Ах ты тварь поганая, а? Да я тебя убью. Ауч. А я даже не прикоснулся. Учись! Ты чё хары по карте все разбрасываешь, всякую говно? Да мне нравится, может. О, летят мои еще посохи. Блин, очень прикольный лаки-блок был. Мне очень понравилось, потому что я себе нормально так набил дамагов там.
Так, проверяем, то что у нас такое. А бомба как выглядит? Рация? Да. Да. А нет, это просто удар. Ты дурак, что ли? Зачем ты это делаешь? Бомбу. Я же тебя не убивал. Боже, какие конченые. А я буду сейчас мстить. А мсти за меня, Дим, меня убили. О. А из центральных жирное оружие, да, выпадает? Да, там очень много. Особенно вот из этих, фиолетовый, Дим. Вот понял. Так, 50 секунд, 2 минуты. Блин, долго ждать очень, ребята. Вот из этих фиолетовых можно выпустить белый меч, который ты на Q нажимаешь. Сверху появляется большая звезда и убивает всех, кто находится вне своей базы. Нифига себе, это читерское оружие. Я его хочу. Я хочу. Много чего ты хочешь, Дима. Да блин, я не дождусь. Долгое время везде. И сразу все ходят, надо только мочить их. Идет, сзади. Меня убили, господи, я даже не успел акнуть так быстро. Убейте тут бабу. Я полсупы снял. Ну че, иди сюда, я тебе сейчас дамажу, та штука есть. Это лично вынес, кто еще на меня здесь? Дима же члепиздрик маленький. Ребята, в центр уходите. А я сейчас буду дамажить здесь всех. Бегите с центра. Бегите с центра. А я его хочу убить, а потом уйду с центра. Зачем меня убили? Я убил тебя? Да. Правильно и сделал. Ну все тебе, Дима. Ах ты жопа, блин, попал. Ого, там взрыв был. 4 килла сразу. Блин, прикольный режим. Когда же разыгрался, уже нравится. Мне очень круто. Ну все, конец тебе, Дим. Ну че, давайте, кто против меня? Я буду всех... Тут нема друзей. Тут все враги. Так, я все беру прям лаки-блоки, что у меня есть. И выхожу на охоту. Сейчас я себе оружку возьму сильную. Мне нужен этот лаки-блок. Драгон, пожалуйста, еще не брал за раунд. Я не знаю, что он делает. Подожди, ну что ж, ну что ж. Ну что сказать, ну что сказать, проиграй по морде кувалды, получи. А, подожди, дайте Диме вот этот лаки-блок. Да все, все уже, ребята, ну вы вообще офигели, умочите меня. А. Лакдок, убей. Охрани лаки-блок, это чтобы Диме... Да иду, просто у меня нема ничего вообще, нульцовый. Хоть бы дошел, хоть бы дошел. Ну еще так. Чуть-чуть. Охраняй. А где, где? Вот. У тебя который 10 секунд вот или это, как? Да. Вот. Охраняй, охраняй. Бегут. Ну, ребята. Нет, все, берись. Отлично, ребята, я взял. Давай. О, вот это ваншотает. Который черный меч, он ваншотает. Нифига это... себе. Дим, еще один бери. Иду. Вот он. А меня за что? А я тебя за тот раз, помнишь, ты меня наказывал? Вот, Дим, вот. Я был. Не ты он был? Он горит голубым. Да, иду. О, это что? Дим, смотри, девочка бежит. Она увидела мою эту штуку и текает, смотри. Сыкуха, голимая, я буду... Да ладно, ну блин, таким оружием и проиграть, ну лох. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще.